В этом видео обзор кухонных прихожих из Леруа Мерлен. Выбор здесь не очень большой, но есть кухни и экономичные по очень демократичным ценам. Как правило, указано две цены. Первая цена – это стоимость без техники, и вторая цена – это стоимость с техникой. Если кто-нибудь приобретал кухни в Леруа Мерлен, напишите, как они в период эксплуатации, насколько их вообще хватает, или нет смысла покупать здесь кухни, а заказать их лучше в специализированных магазинах. Ну или на крайнем случае купить в Икее. Хотя вот это, по-моему, вполне подходит под стиль Икея. Совсем небольшой обзор таких вот небольших уголков, рабочих зон и прихожих.